Три смены ведутся работы в детском саду на 240 мест в Медвежьих озерах. За неделю строительная готовность объекта выросла на 6%, с 87 до 93. Об этом говорили на выездном совещании руководителя администрации района. Встреча с представителями компаний-застройщиков подрядных организаций проводится еженедельно. Такие меры должны помочь в ускорении строительных работ на важных для района социальных объектах. На данный момент в садике ведется облицовка фасада здания, внутренняя отделка помещения, начали поклейку обоев. Также строители приступили к установке бассейна. Осталось только сдать строительную готовность, и можно заполнять мебелью, инвентарем, пищеблок смонтировать. Вы знаете, что у вас конец февраля сдача. Продолжается строительство детского сада на 170 мест в Первом Советском переулке. Объект готов на 63%. В данный момент в здании ведутся кровельные работы, внутренняя отделка помещения. Кроме того, строители приступили к заливке полов. Замечание вызвал медленный темп облицовки фасада. Данной категорией работ занимаются всего 9 человек. Вчера звонил вечером генеральному директору, обещали сегодня людей добавить. Уже такой прецедент был, они добавляли. Мы же определяли количество людей. Минимум 18 должно сейчас. Примерно на такой же стадии готовности детский сад в Новом Городке. По словам строителей, на объекте заняты 88 человек. В настоящее время рабочие приступили к стяжке полов, продолжают внутреннюю отделку помещений, монтируют тепловой узел. Каждый садик за неделю уже по 5% выполнил строительных работ и отделочных. Это хорошо. Это значит, вошли в тот темп, который нам необходим для того, чтобы до конца февраля сдать Медвежьеозерской. Детский садик, я имею в виду, на 240 с бассейном. И, соответственно, к середине марта, к концу марта сдать эти два садика, Новый Городок и Первый Советский переулок 24. На выездном совещании обсудили и строительство дошкольных учреждений, которое ведется в рамках инвестиционных контрактов. Такие детские сады сейчас возводятся в Гребнево, микрорайоне Анечково сельского поселения Анискинское и Щелковском микрорайоне Потапово. Представителей компаний-застройщиков руководитель администрации попросил ускорить темпы строительства. Возведение всех объектов находится на контроле лично руководителя администрации. Пока такого вот движения нет в стадии консервации, но я знаю, как только наступит тепло, они там развернут работу, мы подбодрим их в этом плане, чтобы они и Потаповский, и Гребневский детсад тоже в этом году сдали. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».